Санитарные посты тем временем возвращают на севере страны. При пересечении пунктов пропуска в Мамлютском, Уалихановском районах и Макжана-Жумабаева, которые установлены на границе с Россией, будут требовать справки на COVID-19. Причем временной промежуток между сдачей анализов для документа и пересечением границы не должен превышать 72 часов. Без справки иностранные граждане не смогут въехать в область, а казахстанцы будут изолированы в карантинный стационар на 2 суток для прохождения ПЦР-теста. В среднем в сутки границу пересекают до 500 человек. В основном это грузоперевозчики. При положительном результате, при покидании карантинного стационара, если у него бессимптомное течение, он должен обязательно уведомить по месту жительства первичную медико-санитарную помощь о том, что у него положительный результат на ковид, чтобы его взяли на учет. Лиц, у которых симптомы, они изолируются в инфекционный стационар города Петропавловск. Прибывшие лица с положительным результатом на COVID-19, которые не выезжают за территорию Северо-Казахстанской области, при бессимптомном течении отпускаются на амбулаторное лечение. Если симптомное течение, то переводится в инфекционный стационар.